Завершил спортсмен с результатом 165 килограмм, набрал в сумме. Боря 300 килограмм. На 45 килограмм увеличив рекорд в сумме Боря. Завершил упражнение с результатом 85 килограмм, набрал в сумме в Боря 150 килограмм. Номер один, Панин Юрий, третий подход. Готовится номер пять, Крулев. Тем самым выиграв соревнование до 56 килограмм. Номер 5. Крулев Никита. Третий подход. Завершил упражнение с результатом 85 килограмм, набрав в сумме Боря 155 килограмм, завершил наше соревнование. Номер 4. Попович Никита. Второй подход. Попович заявил в следующем подходу 95 килограмм. Подъем удачный. Номер 7. Вартанянц Грант. Второй подход. Давай!
номер 7. Вартанянс Гран. Третий подход. К следующему весу готовится номер 17. Кайдани. Закончил с результатом 89 килограмм. Установить Кайдани Роберт. Первый подход. Готовится номер 3 Кочетуров. Подъем, защита. Номер 3. Кочетуров Алексей. Второй подход. Представитель юности Москвы. Готовится номер 4. Попович. Подъем, защита. Третьего подхода заявил 97 килограмм. Номер 4. Попович Никита. Третий заключительный подход. Подъем, защита. Установить номер 14. Барыкин Денис. Первый подход. Готовится на... Стояться. Руки в диапазон. Подъем, защита. Номер 9. Козлов Леонид. Второй подход. Готовится номер 3. Кочетуров. Подъем, защита. Номер 3. Кочетуров Алексей. Третий заключительный подход. Готовится номер 9. Козлов. Подъем удачный. Козлов перезаявил на 100 килограмм. Установите 100 килограмм. Кочетуров Алексей завершил с результатом 97 килограмм. Набрал в сумме двоеборья 170 килограмм. Вес штанги 100 килограмм. Номер 10. Абрамян Ай. Первый подход.
Готовится номер 17 Кайдани. Номер 17. Кайдани Руперт. Второй подход. Готовится номер 9. Козлов. Подъем защита. Номер 9. Козлов Леонид. Третий заключительный подход. Кайданик третьему заказал 103 килограмма. Установите 103 килограмма. Номер 17. Кайдани Роберт. Третий заключительный подход. Кайдани Роберт завершил упражнение с результатом 100 килограмм, набрав в сумме наиболее 180 килограмм. Завершил выступление на данных соревнованиях. Номер 14. Барыкин Денис. Второй подход. К следующему весу готовится номер 10. Абрамянай. За уши. Держи, держи, держи. Подъем, защита. Номер 10. Абрамян Ай. Второй подход. Готовится номер 14. Барыкин. Барыкин отказался от дальнейших подходов. Завершил результат с результатом 105 килограмм. Вес штанги 110 килограмм. Номер 10. Абрамян Ай. Третий подход. К очередному весу, к весу 115 килограмм, готовится номер 2. Каскулов Аслан. Подъем. А
ассистента установите 115 килограмм. Номер два. Каскулов Аслан. Первый подход. Готовится номер 12 Афоня. Подъем удачный. По второму подходу заявил 125 килограмм. Номер 12. Афонин Кирилл. Первый подход. К очередному весу готовится номер 16. Ким. Подъем удачный. Установите 120 килограмм. Номер 16. Ким Андрей. Первый подход. Готовится номер 12. Афоня. Подъем удачный. Отказался от дальнейших попыток, завершил с результатом 120 килограмм, набрал в сумме двоеборье 225 килограмм. Две штанги тот же самый. Номер 12. Афонин Кирилл. Второй подход. К весу 125 килограмм готовится номер 2. Каскулов. Работай на грудь. Спортсмен с легкостью справляется со вторым подходом. Рекорд города Москвы в толчке составляет 135 килограмм до 62 килограмм. Номер 2. Каскулов Аслан. Второй подход. К третьему подходу готовится номер 12. Афонин. Подъем удачный. Установите 126. Каскулов Аслан выполнил впервые мастер спорта России. Поздравляем его и его тренера. Заявил к третьему подходу 130 килограмм. Номер 12. Афонин Кирилл. Третий заключительный подход.
весу 128 готовится номер 11 Датиев. На грудь мощнее работать. Спортсмен завершил соревнования, справившись со всеми шестью попытками. Установите 128 килограмм. Афонин Кирилл завершил толчок двумя руками с результатом 126 килограмм. Набрал в сумме более 233 килограмма. Номер 11. Датиев Дени. Первый подход. Подъем удачный. Номер 2. Каскулов Аслан. Третий подход. К весу 135 килограмм готовится Датиев. Подъем неудачный. Установите 135 килограмм. Номер 11. Датиев Дени. Второй подход. Спортсмен справился со вторым подходом. Рязанов Александр, первый подход. Спортсмен с легкостью справляется с первым подходом. Номер 11. Датиев Дени. Третий заключительный подход. Thank you.
Фомочку, терпи. Мощнее работай. Костя! К сожалению, подъем неудачный. Установите 145 килограмм. Спортсмену в шаге было от норматива мастера спорта России. Урхин Артем, первый подход. К очередному весу готовится номер 19 Рязанов. Подъем, защита. Номер 19. Рязанов Александр. Второй подход. Подъем. Рязанов Александр установил новый рекорд города Москвы, перебив старый рекорд Урхина Артема, поставленный в 2013 году. Установите номер 8. Урхин Артем. Второй подход. В случае удачного Урхин Артем установит новый рекорд города Москвы. Неудачно. У спортсмена есть еще одна попытка. 150 килограмм. Номер 8. Урхин Артем. Третий подход. Представитель юности Москвы. Мастер спорта России. В случае удачного подъема он установит 2 рекорда города Москвы. Один по второму соревновательному движению, другой в сумме двоеборья. К сожалению, подъем неудачный. Вес штанги 152 килограмма. Номер 19, Рязанов Александр, третий подход. В случае удачного подъема Александр установит новый рекорд в толчке и в сумме двоеборья. Александр завершил соревнования в толчке с результатом 148 килограмм, набрав в сумме двоеборья 268 килограмм. Установите, остался единственный участник данного потока. Он начинается с результатом
толчке 155 килограмм. Номер 15. Абдулгашумов Асали. Первый подход. В случае удачного подъема спортсмен увеличит рекорд города Москвы на 14 килограмм. Переустановлен. Автоматический вес штанги 165 килограмм. Номер 15. Абдулгашумов Асали. Второй подход. В случае удачного подъема спортсмены установит шестой рекорд наших соревнований. Очередной во втором соревновательном упражнении и в сумме двоеборья. Штанги 170 килограмм, номер 15. Абдулгашумов Асали, третий заключительный подход. Абдулгашумов Асали. Спортсмен с результатом 165 килограмм набрал в сумме боя 300 килограмм. На 45 килограмм увеличив рекорд в сумме боя, установленном в 2013 году Мосынбаевым. Первое место весовой категории до 56 килограмм. Стал Панин Юрий, набрал в сумме боя 170 килограмм. Награждается тренер победителя Сусликов Артем. Спортсмен награждается золотой медалью, кубком и дипломом первой степени. Фотография на память. Спасибо. Весовой категории до 62 килограмм. Места расположились следующим образом. С результатом 162 килограмма в сумме боя третье место занял Попович Никита, представитель спортивного клуба Кунцево. Второе место занял Кочетуров Алексей с результатом суммы боя 170 килограмм. Спортсмен награждается серебряной медалью и дипломом второй степени. Победителем данной весовой категории стал Каскулов Аслан, представитель ООН «2», набрав в сумме боя 230 килограмм и выполнив норматив мастера спорта России. Поздравляем тренера его и награждаем Сергеев Павел. Весовой категории до 69 килограмм. Третье место занял представитель юности Москвы Орхин Артем, набрав в сумме боя 253 килограмма.
Спортсмен награждается бронзовой медалью и дипломом третьей степени. Второе место занял представитель ОРДО, набрав в сумме двоим более 268 кг, Рязанов Александр. Спортсмен награждается серебряной медалью и дипломом второй степени. Победителем данной весовой категории стал Абдулкашумов Асалик. Набрал в сумме более 300 кг, установив 7 рекордов города Москвы данных соревнований. Награждается тренер победителя Мирзоев Хасан. Фотография на память. Спасибо, участники.